ярусник наш, все. Скажите, а мы вот сейчас можем? Ориентировочно отравление произошло спиртосодержащей жидкостью по предварительной информации. Пациенты поступали все в крайне тяжелом и тяжелом состоянии с признаками острого отравления, с признаками экзотоксического шока. Следователями совместно с сотрудниками полиции проводятся обысковые мероприятия на торговых рынках. Изъято уже около 2000 емкостей боярышника емкостью 0,25 мл. Все отправлено на экспертизу. Расследование продолжается. По водке. Ну, это я не знаю, это нормально. Постараюсь, да, говорю. Ну, мы обычно используем его для обезжиривания, то есть наклейки где-то какие-то старые ценники, вот, допустим, вот скотч старый, липкий, мы это можем без проблем как бы оттереть. Люди используют вовнутрь, насколько знаю, насколько я уже поняла. Все это фасуется в довольно значительные емкости. Продают. Необходимо обратить внимание на оборот такого рода алкоголесодержащих жидкостей, потому как это превратилось в бизнес, по сути, направленный на вытеснение продажи нормального алкоголя из оборота. Идется иногда через автоматы. Это полное безобразие. Какие есть предложения? Уважаемый контрольщик, к сожалению, вот только